Медик, помоги, в меня попали! Понял. ПД, разнеси укрытие! Легко! Нас обстреливают со всех сторон! Да где этот снайпер? Знакомая ситуация. Я выбрал правильные навыки. Использовал опыт сотен проведенных боев. Старался координировать союзников, но все равно проигрывал раз за разом. Я просчитался, но где? Придется собирать свою команду. К счастью, в 0.23.0 появится реферальная программа для игроков. Новая реферальная программа позволит пригласить в игру друзей и получить за это награды. Причем награды получите не только вы за приглашение, но и ваши друзья за прокачку аккаунта. Сейчас расскажу, как это работает. После выхода обновления в игре появится новое окно «Реферальная программа», где будет указан ваш уникальный код. Приглашенный игрок должен ввести этот код в соответствующем окне не позднее 7 дней с момента первого входа в игру. Да, все так просто. А теперь давайте про награды. Чтобы получить награду за приглашенного игрока, тот должен достичь 25 уровня аккаунта. Рекомендуем пройти этот путь вместе с новичком, чтобы передать ему свой опыт и ответить на все вопросы. Вы можете пригласить в калибр до 10 игроков. Награды предусмотрены за первую пятерку приглашенных и за достижение максимально возможного показателя. Суммарно вы можете получить 35 контейнеров Фуинторга и 2500 монет. И что важнее, верных союзников, которых вы обучите лично. Приглашенный новичок будет также получать награды за достижение уровней своего аккаунта. Всего новичок может получить контейнер рекрутера, 14 дней премиума, 150 тысяч кредитов и 3000 монет. Приглашайте друзей, вместе получайте награды и играйте в приятной компании. До встречи в бою!